приветствуется. Не, ну если интересно, сейчас вы там будете. Ура! 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 Спасибо, с днем рождения, книга! Хотя книга и сменила место дислокации, и не только книга, и контингент переехал на стадионе в другой сектор. Тем не менее, очень радостно, что мы остались. Да здравствует 16-й сектор! Что мы друзья, что мы пишем, общаемся, встречаемся. С днем рождения! Спасибо, Лешечка. Спасибо за добрые слова. А сюда, на эту трибуну, я хотел бы позвать своего любимого классика, который любит историю, который любит статистику и так режет беспощадно наши дурацкие посты. Это Доган. Доган, ты меня слышишь? Иди сюда, иди. Поздравь нашу книжечку с 12-летием. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, книжка, happy birthday to you. Между прочим, эту книжку назвал Косом вот этот человек. Ну так просто, Кос. Книга официального сайта. Вот. И теперь этот человек... Congratulations! Скажет пару слов про эту книжку. Давай. Что так получилось, как будто у меня день рождения. Это не так. Короче, вот мост на Петровский, да? Перед ним дорога, которая идет не по набережной, а перед прям стадионом. Вот по ней идете, и первый мост... Стоп, прошу, кстати. 12 лет. Столько не живу. 12 лет, да. Для кого-то это вообще полжизни. Да, вот, вот который мост перед стадионом, там дорога есть, которая... Давайте продолжать. Не набережная Ждановская, которая... Давайте будем веселые. Набережная... Я пью. Ну, прямо по каналу идет. Сейчас, подожди, я выключу.